Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Драконы, всадники, Олуха». У нас с тобой 21 день и получаем 450 листочков. Забираем. Значит так, посмотрим. Да, друзья мои, по-моему, у нас все закончилось. И мы можем... Ну-ка, доступны новые сооружения викингов. Итого у нас получается 85 викингов в плюсе. А максимально будет 160. Окей, это уже радует. Это нам не нужно. Вот это вид. Не уверен, что сам Один сумел бы построить такой прекрасный зал совета. Улучшите зал совета до 7 уровня. Забираем 15 рун. Ха, кажется, теперь зал совета сможет выстоять нападение 100 красных смертей. Правда, Стоик? Да, будем только надеяться, что до этого не дойдет. Да не бойтесь, я вас защищу, если что. Ну что, начнем, наверное, с получения паков. А потом будем, как обычно, улучшать лохань, дровницу. Я больше чем уверен, что именно этим будет дело пахнуть. Ужасное чудовище, шепот смерти, древоруб и ресурсы. Так, обычная шестеренка, 2 руны и 10, 12 рун. Но это еще не конец, мы продолжаем с тобой получать пак. Давай мне 6 монет Одина и ресурс, пожалуйста. Целую-целую кучу. 2 руны, 4 и 5. Ага. Так, а яйцо, смотри-ка, еще до сих пор не вывелось. Час 46 нужно ждать. Подождем, а пока соберем с собой ресурсы. Так, здесь 6 тысяч. Блин, водорез вообще приносит офигенные суммы, как говорится, рыб. Прикинь, 45 тысяч. Не кисло, да? Не кисло. А ветрокрыл сколько мне дает? 5800, ну почти 6 тысяч, мало. Этого мало мне. Что по древесине? Так, 10 тысяч, 24 тысячи. Угу, так, где у нас костолом? Сколько ты? 11,5 тысяч. Ладно, пускай летит. Этого мы апаем. Древоруб 27 тысяч древесины приносит. Отлично, так, ты у меня пойдешь за древесинкой. Эти у меня полетели за рыбой. Так, Грымль, лети-ка ты тоже за древесиной. Так, смотрим дальше. Кто у нас тут с тобой? Скалотряс, это все понятно. Ты сколько мне? Да ладно, всего 3000. Что-то ты как-то маловато. Очень маловато, хотя на самом деле он довольно некисло должен приносить рыбы. Хм, не знаю, с чем это связано. Так, Скалотряс, лети-ка ты, наверное, за древесиной, а ты пока постоишь на месте. От тебя толку здесь, по-моему, будет маловато. Что-то мы здесь с тобой можем улучшить. Опа, уровень получил, да? Это у нас громорог-защитник, которого я недавно получил. Так, у нас с тобой 200 тысяч древесины. Наверное, нам пора с тобой ставить домик викингов. Что скажешь? 310 тысяч, обалдеть. Переместите дракона в ангар или уберите с острова деревья и камни. То есть, ты хочешь сказать, что у меня не хватает места? Ну и где я, например, могу что-то убрать? Если у меня не хватает абсолютно даже людей на это. Убери, говорит, камни. Так, постройте, что это у нас такое? Лесопилка. Улучшить лесопилку, что нам нужно? Необходимо 250 викингов. То есть вот здесь будет 3 лесопилки у нас по ходу дела стоять. Но я считаю, что тут немножко как-то нечестно. Кого я убрать смогу? Ну давай уберем, например, с тобой. Кто у нас тут? Ну вот шепот смерти, я думаю, что он мне не нужен. Иди в ангар, короче. Потому что он все равно здесь просто так стоит, а толку от него никакого нету. Так, ставим с тобой, значит. Сколько у нас вообще с тобой... Ага, 200 тысяч. Ну да, получается, нам придется вот этот вот поставить. Домик. Эй, давай ставься. Вот здесь мы его влепим. И будет он делаться 2 часа. Окей. Так, что у нас там по дровницам? А, пока у нас не будут 85 викингов, улучшать мы с тобой ничего не сможем. Что у нас беззубик? Угу, 64 тысячи рыбы он мне притащил. Хорошо. Значит, все у нас пока заняты делами. А что у нас тут по заданиям? Давай посмотрим. Ну-ка, порадуй меня.
какими-нибудь наградами, я бы не отказался либо от яйца, либо от рун. Потому что янтарь, ну, он мне не особо нужен. Давай руны. Да, вот руны мне... Блин, всего 4 штуки, маловато. Пускай летит дальше в приключение. Так, а мы с тобой переходим сюда. Что здесь у нас с тобой? Сморкала. Так, тоже выполнил. Ну, здесь тоже либо руны, либо яйцо. Все что угодно, кроме янтаря. Мне как раз на янтарь выпад... Ну что ж ты. Да. Ладно, в любом случае придется его тоже отправлять в путешествие. Ну что, Громгильда, ночные жути. Бесплатно, конечно же. Улетела. Так, ну что, сегодня мы сходим еще с тобой на аренку, потому что в любом случае нам пока здесь делать нечего. Кстати, мы же сможем с тобой улучшить арену. Что для этого нужно? 110 викингов. В общем, как ни крути, пока у нас домик викингов не построится, мы здесь ничего не сможем с тобой улучшить. Понятненько. Так, давай здесь, наверное, выполним. Ага, получить. И больше ничего нету? Ну да, нету, есть у нас все. Так, я не знаю, давай, наверное, посмотрим с тобой рекламочку. Может быть, что полезное дадут. Так, а мы с тобой получаем 100 янтаря. Янтарь, как говорится, мне не особо нужен. Так, обучите 3 драконов. Используйте ускорение, победите драконов. Понятно, короче. Что у нас здесь по пакам? Давай посмотрим. У нас вроде бы должен быть эпический. Да. И хочу посмотреть, что нам отсюда выпадет, друзья мои. Ужасное чудовище, 7. Громобой, тоже 7. Шепот смерти, 7. Так, элитный водорез. Элитный змеевик, 8. Так, вострозуб, 7 карточек. И сарделька. Хоу, я могу прокачать. Так, Громгильда. И все. Давай сразу поставим следующий пак на открытие. И я хочу посмотреть, смогу ли я, например, пропать сардельку. Так, улучшить. Да, друзья мои, могу. Слушай, получается, он у меня становится 9-м разрядом. Так, а громобой? А громобой, наверное, скажет, нифига, да? Понятно, нужен 24-й уровень. Все-таки сопротивляется он. Водорез, по-моему, тоже не за... Хотя, подожди, водорез должен улучшиться у нас. Да, и он получает 9-й разряд. Слушай, ну пошло, наконец-то, дело у нас в плане прокачки. А громорог может улучшиться? Нет, ничего подобного, потому что, как ты видишь, нужен 24-й уровень. Вострозуб, что с тобой здесь в плане улучшения? Нет, ничего подобного. А змеевик, хотя он мне не особо-то и нужен. Почему поиск 1 час? Чего не хватает-то? И не пойму я никак. Чего нужно-то? Ладно, главное, сарделька у нас прокачалась. Да? И водорез. В принципе, этими дракончиками я играю, поэтому мне очень даже на руку. Так, а что у нас тут? Подожди секунду. Что-то мне здесь показали. Хм, ну ничего нету. Зачем они так делают, а? Так, у нас сколько с тобой листиков? 3000. Я могу взять... друзья мои, кто спрашивал, почему я не купил румпуса? Потому что румпус только для драконьих наездников. То есть, ребята, за премиум пак. Вот если бы он у меня был, я тогда бы его смог купить. А сейчас, ну, никак не могу. Значит, давай, наверное, мы с тобой накопим все-таки... А, тут тоже для наездников, понятно. Ну, либо мрачного дождевика брать нам с тобой, либо плеснекрыло. Может быть, все-таки накопить на плеснекрыло. Ну, пока еще время у нас с тобой есть, да? Так что нам не к спеху, честно говоря. Так, ну что, тут у нас новые задания какие-то. О, это же прославленный ловец драконов, у которого, как ни странно, нет ни одного дракона. Ха, это другой драконий наездник напал на нас между бухтой Черного Сердца и островами Рока. Мы лишились целой кучи драконов для Драго. Хм, другой драконий наездник? Он на вас напал? Бухта Черного Сердца и острова Рока совсем рядом. Нужно отправиться туда и понять, что происходит. Так, поищите громобоя в бухте Черного Сердца. Поищите кошмарного пристиголового на островах Рока. Ну что же, давай сделаем поиск, да? 4 часа, пускай летит у нас Беззубик. Но это еще не все, у нас тут еще задание есть.
Дневник викинга, запись номер 10. Я шел по тропинке к залу совета и думал обо всех викингов, которые прошли по ней до... А что это ты делаешь? Пишу о своей жизни. Ха, кто захочет читать о твоей жизни на Олухе? Я докажу Смаркале, что он ошибается. Завершите приключения Рыбий Нога и Сардельки. Начать, получим пак с тобой. Понятненько. Так, что у нас еще с тобой тут выполнено? Забираем, естественно, награду, 5 рун. Блин, когда же я получу, а? 2000 рун для того, чтобы купить вот этих вот олухов. Чтобы тоже мог их отправлять в путешествие. 2000 рун нужно. Блин, у нас 1712. Ну, в принципе, совсем немножко осталось. Так, ты почему опять стоишь безденежишь, а? Быстро за добычей, быстро. А этот постоянно спит. Нюхохват, тебе, наверное, нужно убрать. Ты просто занимаешь здесь место. Давай мы его уберем в ангар. Он меня отвлекает, если честно. Вообще нужно левых всяких убрать в ангар. Согласись. Чтобы не путались под ногами. Вот этого я тоже, в принципе, никуда не отправляю. Поэтому в ангар тебя. Есть у меня основные драконы, да, которые у нас занимаются добычей. И все, и на этом будет достаточно. Также вот тут вот тоже, в принципе, чудовище, ладно, пускай остается. Но вот эти вот просто стоят у нас. Вот этого. В ангар его, давай, иди. Вот этот тоже у нас ничего не делает. Поэтому тоже его в ангар. Нам нужно будет место с тобой для домиков викингов, поэтому освободи местечко. Так, фонарик я нашел. Так, что там у нас? Так, здесь 16 дней осталось, а тут 22 часа. Но я не успею в любом случае. Посмотри, сколько здесь вопросиков. И даже если 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Хотя если каждый день открывать по вопросику, то можно успеть, да, в принципе. Ладно, фиг с ним. Ну что, пойдем с тобой на арену. Так, оборонку я пока, наверное, не буду делать. Начнем с арены. Нам нужны с тобой паки Одина. Ну вот, сарделька 9 уровня и водорез. Ой, ну да, водорез. Тоже 9 уровня. Думаю, сейчас будем поэффективнее мы с тобой воевать. Все-таки на один уровень прапались мы. Ну что же, приступим. Так, кислотник. Кислотник сходил. Теперь моя очередь. Так, будем его, наверное, кислотника этого. Да ладно, опять эта сарделька мажет. Да чтоб тебя разорвало на 1000 кусков. Ты по фиолетовому должен наносить крутой урон. Какого фига ты мажешь? Я не пойму вот этого. Какого фига ты мажешь постоянно, а, сарделька? Блин, сосиска какая-то, а не сарделька. Я не знаю прям, что делать даже. Так, давай блокировать, короче, этого кислотника. И, надеюсь, добьешь ты его. Наконец-то, хоть где-то фартануло. Ага, Пристеголов начинает буянить. Этот, кстати, тоже. Давай-ка мы, наверное, вот этого начнем разбирать, потому что у него повышенная атака. Нам быстрее бы его ушатать. Без всяких там приключений. Ну-ка. Немножко пониженный урон, но фиг с ним. Так, бомбит. Я, наверное, думаю, что мы сейчас уничтожим. Угу. Шикарненько. Ну и остается Пристеголов, которого мы с тобой быстренько сейчас должны разобрать. Тихо, 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 родной мой. Не буянь. Давай, водорезик. Хорошечно. Добей. Ах, мог бы, конечно, и критануть. Ну да ладно, в принципе, и так все нормуль. Первая наша победа. И трех драк. Ну что, двигаемся дальше. Да, я знаю, что у меня ячейки все забиты. Меня это нисколько не пугает. Я вот единственное думаю, что может быть нам вместо красного взять ветрокрыло. Да, было бы, наверное, неплохо. Твою же налево, опять команда Гуфи тут появилась. Ну что, с кого начнем? С громорога или вот с громобоя? Повышенная атака идет на громорога. Ну ладно, начнем тогда с него. Угу. Фиксим укус. Слушай-ка, а мы... Да, вот если бы у меня был бы ветрокрыл, я бы мог пробафать их двоих. А так, на одну сардельку, конечно, невыгодно ставить. Можно взять всех зеленых в отряд, и будет вообще имбово.
Что скажешь, а? А у меня не найдется столько зеленых бойцов. Тем более прокачанных. Ай-яй-яй, чутка совсем не добили. Но это ничего страшного, у него энергии нету. Понимаешь, у него энергии нету. Дай-ка я, наверное, все-таки немножко пробафаюсь. Я хочу его хорошенько... Оу, он промахнулся. Надо же, везение к нам вернулось. Он начал мазать. На тебе, теперь укус. Так, сарделька, ты прокачанная по атаке. Давай-ка ему... Чего? А где у нас атака? Блин, я не понимаю, что происходит. Я делал себе усиленную атаку. Ага. Схлопотал. Что, остается только лишь добить, дожать. И у нас это превосходно получается. Так а смысл тут уже, да, друзья мои? Бафаться. Будем уже добивать тем, что есть. Опа, надо печатать. Смотри, у него полностью заполнилась шкала. Я не хочу позволить, чтобы он тут бомбанул по мне. Да, конечно, конечно, разогнался. Давай-ка его укусика маленько. Теперь хвостом бомбанем чуть-чуть. Слушай, а смотри, опять же, куда у него исчезает. Я его печатаю, а у него немота быстро очень слезает. Фигушки тебе. Все, друзья мои, мы забомбили этого Громеля-защитника. И, соответственно, получаем еще победу над тремя драконами. То есть уже 6. Остается победить 4. Так, а что мне дадут? Рыбу. Поехали. Очередная у нас с тобой битва. И, скорее всего, придется нам делать 2 битвы, если мы хотим с тобой получить пак вожде. Но это ничего страшного. Нас это нисколечко не пугает. Давай, родные мои. Так, смотрим. Ох, ё-моё. Ты смотри-ка, скала тряс. Громобой. Я, если честно, даже немножко растерялся. Так, ну, змеевик меня особо сильно не пугает. Я думаю, что все-таки надо скалодреса уничтожать. Ты посмотри, у него полностью все красные. Эй, как ты по своим мог промахнуться? Ну, он тоже промахнулся. Ладно. Надо его валить, друзья мои, как можно быстрее. Блин. У них, надеюсь, здесь нет никакого общего бафа. А то сейчас, знаешь, какое-нибудь на усиление всех проапает, пробафает. Это ерунда, все, это терпимо. Не промахнись. Шикарно. Так, громобой, ты... Тихо-тихо-тихо, не надо. Делает. Это же массовое, да? Массовое. Так, что мы с тобой можем сделать? Да ничего, просто обычными ударами бомбить. Я думаю, красный... Да, красный погиб. Сейчас будут сардельку. Оу, он промахнулся. Слушай, ну у него усиленная атака. И это плохо. Я думаю, сейчас сардельку забомбят. Ну, так и есть. Так и есть. Ну что же. Мало, конечно, шансов здесь выжить. Сейчас что-нибудь довлепит. Опа, огонечком. Так, ну что, давай его печатать. И будем потихоньку разбирать. У него, правда, усиленная атака. Ох ты, он не кисло бомбит, даже усиленной атакой. Есть. Если мы с тобой выживем до следующего хода, мы его победим. Ну-ка, не промахнись, главное. Все-таки один левел, который мы сегодня прокачали, очень сильно сказывается. Согласись. Ну что же, неплохо. Рыбку получили. Ну что, последний бой нам, да, нужен для того, чтобы получить пак. Угу. Блин, хочется получить каких-то новых драконов, друзья мои. Просто очень сильно хочется. Но почему-то не дают мне. Очень редко выпадают паки. И то драконы, которые не участвуют на аренах. Понимаешь, обычные. Так, с кого начнем? Наверное... Давай, наверное, с Пристиголова начнем. Я думаю, это будет нормуль. Тихо ты. Ну, начинается сейчас. Кому? Красного будет бомбить? Водореза? Ну все, водорез попал под раздачу, я уже понял. Сейчас они его быстро тут разбомбят мне. Нам хотя бы сравняться. Так, водорезик, давай. Фиг с ним, уничтожай его. Точнее, блокируй. Они его сейчас уничтожат мне. Так, хорошо, что этот не стал бить. А этот сейчас шмальнет. Угу. Мы его уничтожим. Так, энергия сейчас что-то... Промахнулся? Ты серьезно? Блин.
Но я все-таки думаю, вот этого будем бомбить. Будем его даже бомбить, печатать, все что угодно. Иди ты в пень. Ну вот, начинается опять. Ой, все, кому-то крышка, ребята. Я думаю, что это водорезу или сардель. Нет, это водорезу. Блин, это плохо. Этот сейчас своим хвостом. Ну ладно, пониженная атака, это меня устраивает. Слушай, может быть... Да ладно, давай сделаем с тобой вот так вот. Блин, удвоенная, блин, энергия. Ну все. Все, ребят, сарделька, к сожалению, не сможет ничего сделать. Ее просто сейчас не будут выпускать из стана. А нет, подожди, может быть... Нет, не может быть. Сейчас опять он промахнулся. Есть контакт. Слушай, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем вот так. Бомби, бомби своего же. Красота. Мы добиваем. Так, кусаем его. Слушай, а может быть, все-таки мы с тобой здесь выиграем, а? Вот жалко, что он не может сам себя атаковать, да, в этот момент. Кто у меня там будет ходить, понятно. Мы ходим, поэтому я сейчас опять же на него слепоту кину. На тебе. По-моему, мы здесь победим. Мы здесь с тобой должны победить. Будем потихоньку бомбить его сейчас. Кусать. Пускай он там что хочет применяет. Нам уже, как говорится, по барабану. И добивочный. Да, жалко, конечно, что водорез у нас с самого начала игры погиб. Ну что же, 30 кубков и рыба. Ну что, вот и пак вождя. Давай посмотрим. Шипорез, душитель, змеевик и громобой. Грамгильда. Отлично. Ну что, мы идем с тобой за вторым паком. Почему бы и нет? Может быть, нам все-таки ветрокрыло вернуть, а? Я вот все начинаю как это мельтешить. Мне как бы и водорез нравится, да? Тем, что он может повесить немоту. Но и ветрокрыл тоже, он же массовый сон делает. Причем на два хода. Вот в чем прикол-то. Так, ну что, начнем, наверное, мы... Слушай, они все тут жесткие. Ну, попробуем, наверное... Да иди ты, ну... Сарделька, вот ты меня вот, вот начинаешь просто выбешивать из себя. Вот что сарделька, да, что водорез. Они оба промахиваются очень-очень часто. Чаще всех. Так, не надо ничего тут бомбить. Смотри, у них уже так быстро накопилась энергия. Блин, там ведь будет массовая атака. Я вот чую. От громобоя будет массовая атака на немоту. И сам понимаешь, сколько у нас тут отнимется здоровья. На немоту. Поэтому давай, наверное, подкачаемся чуть-чуть. Подкачаемся. О, сейчас влепит. Нет, не влепит он ничего. Так, у него повышенная атака у этого, да? Хлыща. Кого укусит? Да нет. Все, ребят. Сарделька погибла. Зря только потратил. Зря потратил. Сейчас этот будет бомбить с усиленной этой атакой. Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Как припечатал. Как он припечатал, а? Все, тут проигрыш. Хотя, подожди, если мы сделаем с тобой вот так вот. Может быть, этот олух мне поможет маленько. Эть. Да. Поможет маленько. Меня это нисколько не спасает. Это будет промах, понятное дело, но... Сейчас у него, по-моему... А, все, у него слепота пропала, ребята, он меня убивает. К сожалению, но, тем не менее, я двух дракончиков успел прихватить с собой. Я бы, если честно, свой отряд сделал бы из драконов, которые имеют массовые атаки. То есть это ветрокрыл, древоруб... Так, древоруб. И, кстати, а мы же можем его взять, он 8-го разряда. Так, снарядить, он у нас зелененький. Давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. И громобоя. Но он 7-го разряда, понимаешь? Так, ветрокрыло будем брать. Давай, наверное, возьмем отряд из зеленых. Это, конечно, опасно, но просто мне хочется посмотреть. То есть, ты прикинь, если сарделька делает один баф, они все получают усиленную атаку.
Давай-ка глянем, как это будет все выглядеть. Но если нам попадутся драконы, которые наносят офигенный урон по зеленым, нас тут так распишут быстро. Моментально, я бы даже сказал бы. Сразу на древоруба, да? Знает, чем пахнет. Слушай, нам нужно валить вот этого ветрокрыла. Потому что у него энергия накапливается быстрее, соответственно, он... Да чтоб тебя. Ну-ка. Блин, слабая какая-то атака, фиг с ним. Так, у него зеленый и... В плане, я не понял. У него что, энергия так быстро накопилась? Эй! Так, придется их тогда вгонять всех в сон, друзья мои. Или сейчас... А, нет, меня сейчас... Тихо. Блин, они сейчас каждый походит. Ладно, потом я их в сон гоню. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-ка спать, малыши. Чего? Да ну, ну это, ребят, все, это уже, я не знаю, как назвать. Промахнулись по всем, ты прикинь, просто промахнулись, тупо. Один только этот уснул. Хе. Молодцы, красавцы, что я могу еще сказать? Сейчас у них, ну вот, все, ребят. Еще получает баф, он достался своим бафом. Баф, тем более, на атаку. Слушай, у нас... А что? А, пониженная атака у нас. У древоруба пониженная атака, вот и все. А мы сейчас вот так с собой делаем. Как думаешь, это мне поможет? Что-то я сомневаюсь, что мне это как-то поможет. Сейчас кого-то бомбанет. Ты достал уже бафать тут, а? Ну-ка, поехали. Ага. Ну вот, совсем другое дело. Так. Ать, ать. Тихо. Не буянь, успокойся. Так, у нас все усилены. Поэтому я думаю, сейчас мы их разберем. Сейчас мы их с тобой разберем. Опять этот ходит? Блин, жалко. Древоруба, как ты видишь, уничтожили. Подхалим вот этот вот. Слишком часто он ходит, я заметил. Слишком часто. А ну-ка спать. Хотя можно было и не отправлять его в сон. Но тут ради урона все это сделано. Я считаю, команда зеленых фаворит здесь. Были бы у меня красные, я, может быть, попробовал бы команду красных. Так, рыбку получили. Да, если ветрокрыл будет такие дальше делать чудеса на виражах, промахиваться по всем, прикинь? Ну, кроме, конечно, одного. То мы так далеко с тобой не уйдем. Я не имею права такое себе позволять. Я их буду воспитывать, понимаешь? Воспитывать по всей строгости. Ох, это кто такие-то тут? По-моему, с ними мы быстренько с тобой разберемся. Тоже у него команда зеленых, кстати. Поэтому мы будем с тобой начинать с пристиголова. Как только будет возможность у нас с тобой пробафаться, естественно, я ставлю усиленную атаку на всех. И тут пойдет, как говорится, плясочка у нас с тобой. Так, пока я этим буду заниматься. Что, сейчас будет массовая атака, верно? Нет. Древоруб. Нет, я пока не буду, ребята, делать. Я лучше все-таки... Ну, куда ты лезешь? Ну, давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. Красиво, чтобы было. И начинаем их потихоньку разбирать. Так, подожди, сейчас что-то будет. Слава богу, он не делает почему-то массовые атаки. Это для нас большой плюс. Так, шикарненько. Хорошо. Огоньком, как говорится, полыхнули по ним. Так, давай-ка я, наверное, вот с этого начну. Да ё-моё, ну сардырка, ты опять за свою, а? Ты опять за свои промахи, а? Ну сколько можно тебе объяснять? Ты запарил уже промахиваться. Ну, еще, во, еще огонючком. Слушай, мне нравится древоруб. Бомбит довольно неплохо, причем по всем, огоньком. Так, тут, наверное, я не знаю, даже сон не нужен. Давай просто вот так бомбить. Ты еще... Слушай, как ты лечишь? Ну, слабее, чем ветрокрыл. Ветрокрыл, по-моему, посерьезнее, посильнее лечит. Так что древоруб будет у нас все-таки как атакующий, а не как хиллер. Хиллера можно вот ветрокрылом сделать. Ну и добиваем. Слушай, действительно, команда зеленых пока тут рулит у нас. Менять пока не буду, оставлю как есть. Так, что там дают? Рыбу, бревна? Бревна.
Окей, у нас с тобой последний бой, надеюсь. Если мы с тобой убьем, конечно, двух драконов. Да я думаю, должны. Так что, все берут в команду пристиголов. Ты заметил? Все. Кроме меня. Я его еще ни разу к себе в команду не брал. И, честно говоря, не особо что-то хочу, потому что он у меня не прокачанный. Вот только из-за этого. Так, ну что, начнем, наверное, мы вот с этого мелкого. Меня он что-то как-то нервирует. Ага. Слушай, мы, оказывается, на трех ходах можем применять с тобой вот эту массовую атаку. Вот оно что. И это прикольно. Но я вначале пробафаюсь. Я хочу... Так, видишь, что сделал? Ты смотри, что творит. Как будто знал, что я собираюсь, ребята, пробафаться, а? Понизили всем атаку. Ох, ё. Ты посмотри, что делает древоруб. Ну, это просто сказка какая-то, а? Просто песня. Так, поехали. Начнем вот с этого. Пристиголова. Нет, Сардека, ты... Я уже не знаю, у меня слов нету, друзья мои. У меня просто нет слов. Я уже задолбался ей объяснять, что промахиваться — это плохо. А она, как назло, специально промахивается. Первый нормальный удар, второй промахивается. Ну все, Шитик. Допрыгался, по-моему, ты, а? Сейчас массовая. Да-да-да-да-да. От безвыходности, да и то не добил. Тьфу, на тебе. Слушай, шикарно. Шикарно работает зеленая команда. Древоруб так вообще идеально. Особенно если с повышенной атакой. Сказка. Ну что же, вот наш заслуженный пак. Давай смотреть. Ужасное чудовище, которого я, ребят, просто не использую. А он постоянно мне выпадает. Так, кревет, 7 карточек. И элитный водорез, 5 карточек. Плюс громорог. Грамм гильда, 2 карточки дали. Окей. Все, все. С ареной мы на сегодня заканчиваем. Так, давай здесь заберем свои призы. Подожди, подожди, что это такое? Начать, ну ладно. А, погоди, какое начать? У нас же Беззубик в путешествии, конечно же. Без него просто, ну, нет смысла, ребята, куда-то там лезть. Нас там выпотрошат. 10 рун я заберу, лучше так обучить драконов, древесину получить. В принципе, задание-то тут. Раз-два, я обчелся, да? Кого мы можем с тобой прокачать? А сколько требует, интересно... Ага, 375 древесины, да, на прокачку. А древоруб 225. Ну, у меня нет пока бревен столько. Катапульту. Победа над флотом какого там уровня? А, 30-го. Только после этого я смогу улучшить катапульту свою. Я понял. А что вообще нам здесь дает? Так, хижина викингов, 2 штуки, да, значит... А, нет, это разблокирует. Так, нам нужно с тобой 110 викингов, улучшить академию до 6 уровня и улучшить 6 драконов до 36 уровня. 6 драконов до 36 уровня, вы серьезно? Это будет вечность, друзья мои. 6 драконов до 36 уровня. Ты представляешь, сколько мне понадобится, как тебе сказать, рыбы? Сколько рыбы мне понадобится, чтобы я смог прокачать? Я до 30-го кое-как до 30-го уровня дотянул. С горем пополам. Да. Так, что у нас тут? Чего нам не хватает? Давай посмотрим. Да нам много чего не хватает, на самом деле. Вот этих вот топоров не хватает, 10 штук. Чего так? Это все можно, ребята, конечно, делать в путешествии. Остров Угрей. То есть, мне кажется, надо будет... А, это только Беззубик совершает эти путешествия. И все. Плохо. Так, мы можем с тобой здесь обменять. На 50 тысяч рыбы. Окей. Так, что у нас там по событиям? Давай посмотрим. Мы с тобой вот это, по-моему, не закончили еще, да? Энергия-то... О, 4 из 5. Ну что, давай сделаем, наверное, команду зеленых, как у нас было. Так. А, так он... Подожди-ка, подожди-ка, водореза. Кто у нас вместо водореза был? Древоруб. Вот так вот. Ну что, поехали. Поехали с тобой на разборочки.
Угу. Их тут двое. Две волны. 7-8 уровень. Все, что нужно для нас. Так, начинает буянить. Давай-ка начнем, наверное, со слабенького. Блин, огонь, конечно, ему плохо. Вот что мне нужно. Теперь у нас с тобой жизнь наладится. Под усиленной атакой... Да что ж ты будешь делать? Ходит и ходит. Под усиленной атакой мы должны их будем с тобой быстренько разобрать. Плевочек. Почти, почти уничтожил. Ох, сразу выбили с колеи. Так, а ты стой на месте и не хрюкай. Древоруба такой-то, а? Ты посмотри. Взял моду. Давай его просто поджарим. И хвостиком. Блин, опять на древоруба прыгнет. Он достал, а? Просто достал его атаковать. Ага, последняя волна. Что у нас тут? Ух ты, какие. Креветки, я смотрю. Так, не надо добивать мне. Вот, вот правильно делаешь. А вот креветки, наверное, добьет. Твою ж налево. Нате, получите, гаденыши, массовую атаку. Я хотел древорубом, на самом деле. Ну, как ты понимаешь, ничего. Опять ты... Я офигею от этой сардельки. Нафига тогда тебе два удара, если ты один 100% промахиваешься? Давай атаку сделаем усиленную. Пока этот спит, у нас с тобой будет шанс его завалить. А потом возьмемся за кревета. Так, двойная атака, ну. Шикарненько. Все-все-все, кревет. Даже не думай, у тебя ничего не получится здесь. Ничего у тебя не выйдет. Мы тебя... Вы издев... Нет, ну это трындец. У меня просто... Сейчас, я не знаю, ребят, психика сломается. Я промахиваюсь стабильно, понимаешь? Это как вот по прописанному идем. А они нифига, они очень-очень редко. И то радуешься, как ребенок, когда они промахиваются. Ну, дадите мне колесо крутануть. Дают. И 16 тысяч рыбы, да? Не, чтобы три груши не дать, а? Дают мне рыбу. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. Тут уже 500 листиков. Кстати, листики нам нужны, да? Листики нам нужны. А еще больше мне нужны руны. 150. Мы так с тобой быстрее бы накопили на дракончика следующего. Начинаем. Так, у него, кстати, тоже древоруб. Так, дракон отравляющий. Ну и этот хмыреныш. Но у него древоруб какой-то, видимо, эксклюзивный, что ли. Блин! Я не знаю, у меня такое желание этой сардельке просто по ушам надавать. Ну ты же сам видел, что она промахивается постоянно. Это сейчас будет травить. Нет, он не травит, он кое-что другое делает. Ну что, поджигаем? Что у меня за команда косорылых, а? Я никак не могу понять, что за команда? И причем я не могу никак повлиять на вот эту вот точность или еще что-нибудь. Так, что сейчас будет, ребят? Просто выстрел. Не просто, блин, а массовый. Ну, сейчас ты сможешь сделать нормально? Есть, наконец-то. Так, уничтожаем этого. Так, этот хочет сделать какую-то массовую атаку наверняка. Я не видел у него ни одной массовой... А, он хиляется. Чего? Да. Сопротивляемость к огню у этого чувачка просто колоссальная. Давай сделаем, наверное, вот так вот. Ага. Но он сам по себе тоже слабо бьет. Ну давай, сарделька. Так, и последний удар. Кто там у нас? А, все, что ли? Я жду вторую волну. Ну, давайте мне рулеточку крутануть. Так. О, груша. Пускай даже одна, но все равно приятно. Так, листики мы забираем с тобой. Шикарно. 500 опавших листьев. И у нас тут, ну, типа мини-боссик, так скажем, да? Поехали, давай посмотрим. Прогресс 70% у меня выполнено. Кто здесь будет? Ну, я думаю, три волны, наверное. Сейчас посмотрим. А нет, всего лишь две волны. И это круто. И он начинает ходить первым. Я буду начинать вот с этого, с ветрокрыла. Как всегда, по стандарту жанра.
Бафаемся с тобой. Так, что у нас тут? Блин, а почему у меня энергия так... А, ну правильно, ребят, я же потратил. Ладно, хорошо. Он тоже, кстати, потратил. Да иди ты. У всех пониженная защита. Опа. Так, ну-ка. Во, смотри, огоньком как. Ух, вжарил. И расписал. Последняя волна. Нифига, ты посмотри, какой урод. Ты посмотри, какой страшило. Ё-моё. Да. Офигеть, какой безобразный чувак. Промахнулись мы еще по нему. Так, конечно же. Ой-ой-ой, что я делаю? Вот. Слушай, ну древоруб вообще же... Блин, промахнулись, правда, по этому голодранцу. Я надеюсь, это никак не скажется. Так, этот ходит, да? Теперь этот. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ты какого же лишего-то ты... Так, слушай-ка, возможно, ребята, все шансы у нас с тобой на победу есть. На тебе. Получи. Блин, как же он ужасно выглядит, а? Такой, как, типа, черепа. Такой сухой дракон. Все. Да, древоруб это что-то. Очень хорошо бомбит, и причем стоит всего лишь 3 энергии. Его суперудар. Ну что же, мы с тобой продвигаемся дальше. Крутим рулетку. Давай пак вот этот вот. Ать, 80 тысяч рыбы. Ладно, фигушки с ним. А здесь мы закрываем все. Слушай, я должен получить эти 150 рун. Блин, а что же там в конце за яйцо такое, а? Ох ты, это кто такой? Мелкомрак? Слушай, а есть у меня возможность его получить? Как ты думаешь, мелкомрака этого? Ну, за сегодня я не получу, потому что у нас последний бой. Энергия закончилась, к сожалению. Но рулетку я еще смогу крутануть. Так, кревет и... Костолом у нас тут, да? Как всегда, первым ходим. Ну, естественно, естественно. Ребят. Так, начну, наверное, с кревета. Ты понял, да? С этим уклонением, с дебильным. Просто запарил уже. Да... Еще разок. Ать. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я вот не понимаю вот этого идиотизма. Вот эти вот промахи вечные. Просто на посту. Что это делает? Что это он делает? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Понимаешь, оглушил мне моего фаворита. Да-да-да, древоруб. Это мой фаворит. Слушай, надо быстро как-то избавляться от них, от всех. Так, древоруб пришел в себя. Что ты там? Вот докопался-то до него, а? На тебе. Вот единственное, что в нашей команде, вот в этой, нету чувачка, который бы станил или, например, вешал бы немоту. Сейчас опять что-нибудь чуданет. Нет, пока ничего не чудит. Так, и добивочная, надеюсь. Ух. Слушай, у них энергия полностью. Сейчас начнется, да? А, нет, тут заново шкала начинает наполняться. Тем лучше для нас водорез. Упс. Так. Подожди, я хотел массовую. Вот. Пускай поспят чуть-чуть. Я думаю, что надо начинать с водореза. Будем именно с него начинать его уничтожать. Потом, наверное, с чудовища с ужасного. А уже в конце... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. На! Так, бафаемся или... Нет, добьем, наверное. Сейчас, если будет у нас с тобой... Оу, так даже эффективнее. Правда, я всех разбудил сразу же. Ну да ничего страшного. Так, чудовище, успокойся. Ну? Давай добивать этого хламончика. Опа! Подожди. Чё так мало-то? Чё-то как-то маловато мы... Бомбанули-то по нему. Давай хвостом. И... Ну, попробуем. Ну, понятно, не добили. Зато древоруб добивает.
Отлично, шикарно, превосходно мы с тобой двигаемся. Так, дайте мне, пожалуйста, ну что-нибудь хорошее и руны, руны, руны. Давай, давай, давай. Ну, нет, вот именно на рыбу перелетает. Ну, это как и в черепашках-ниндзя, да? Круче рулетку, тебе дают то, что тебе не нужно. Но рунки-то мне нужны. И это прекрасно. Руны мы с тобой забираем. 150, так, итого у нас 1872. Видишь, пишут, вперед, вперед. Я бы с удовольствием вперед, но нету. А сам понимаешь, тратить. Хотя тут раз, два, три боя всего лишь осталось. Да, только лишь через руны я могу восстановить. Больше никак, ну и по времени. Эх, блин. Ну я, скорее всего, ребят, получу сегодня. Но так как я иду на работу в ночь, вы не увидите, как я, наверное, получу здесь это все. А если успеем, то, конечно же, я это все запишу. Потому что сколько времени у нас вообще длится это... Ну-ка, где тут можно посмотреть? Сколько это событие еще будет длиться? Один день. Блин, это еще ранний доступ закрыт нам. Блин, тоже хочу сюда пойти. Блин, ты представляешь, если бы у меня был премиум аккаунт? Ух, я бы тут раскачался бы уже. Ух, я бы тут звездюлей бы давал. Так, что у нас тут? 140 тысяч излишки. В первый раз вижу, чтобы у нас излишки по рыбам было. Ну что, тогда давай кого-нибудь прокачаем тогда. Иди. Иди, иди. Повышай себе уровень. Что еще мы можем сделать? Тебе, что ли? Ну, давай покормим. Тоже иди, обучайся. Так, ты... Ладно, пускай там ползает. 36 рыбки. А ты что? Ага. Расширить академию. Но мы сейчас не можем, потому что у нас не хватает викингов, да, насколько я помню. Да, нам нужно 110 викингов. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, наверное, буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!